Салямбас, ребятушки, мы в Нижнекамске, где наши товарищи из клуба Нижнекамск 4×4 устроили соревнования. О, нифига, куда-то люди пошли. Мы немножко опоздали, как всегда. Прям тут вход заградили, не проехать. Что, движуха пошла, да? Нашли местечко? Я себе нашел. А, блядь. Вот. Ну все, нашли местечко, мы едем дальше. А, не шипованная резина, бля. Но. Блин, как оказалось, мы проехали совсем чуть-чуть. Фига народу, пипец. Неожиданно даже, я думал, меньше будет. Серьезная заявочка. Боевая, с ранениями. Тарахтит. Все как положено. Салямбас, салямбас, друзья мои. Главный блогер идет. Все, все свои. О, тут все даже. Блондинка в законе тоже тут. Салям. Не-не-не, у меня это, суетолог. Я такой тоже хотел сделать. А, хотела и все. Ты у меня скопировал, я же видел, ты меня мониторишь ВКонтакте постоянно. Ты хоть поздоровайся со мной, Лех, ты что? Ну, блондинки, они такие на патриотах. Машина большая, сами маленькие. Так, что там? Народу вообще, оказывается, много, да? Да. Я охренел, я приеду там. А куда толпа пошла там? Они эти с трассу смотрели. Пойду тоже гляну тогда. Мы проехать не можем, там все загородили, настолько много машин. И дорожный пульс. Да, серьезно подготовились. Качественно. Даже не ожидалось, честно, такого. О, наш вчерашний победитель. Турбодед тоже тут. Здоровья тебе. Опа. Нормально вообще. Я тут серьезно подготовились, да? Я думал, тут мало народу будут, чисто свои. Здорово. Никто не ожидал. Так там даже проехать нельзя. Все, там все этот весь коридор забили. Я вот там машину на свой страх включаем, прямо оставил. На въезде. Сейчас материть бы не начали. Да, салямбас. Здорово. Так, халян. Пойдет. Фига народ, да? Неожиданно даже. Нет, почему? В прошлом году тоже так, да? Же было. Всегда нет. Тут так же было. У них. Ты будешь? Вот же, блядь. А на крейку нахуй. А, все, давай посмотрим. Я сам, блядь, на диване буду сидеть. Сзади. Я думал, это будет спринт, блядь. А что случилось? Ну, спринт не сделали. Спринт тут будет по стандарту дороги, блядь, походу. Ты снимаешь, что ли, уже? Конечно. А-а-а. Бля, лишняя пища, блядь. Нет, ничего страшного. Будем на гелике участвовать. Гелик снимай. Вот он будет гонять. По прямой. Лучше с пацанами на велике, чем с такими бандитами, как ты, на гелике. Нет, мы нормальные пацаны. Давай обзор краткий. Самый краткий обзор гелика. Делай сам. Ребята, вот, все.
Обзор закончен. Там ничего нового, вы все видели. В других обзорах, у нормальных обзорчиков. Да и с голоду то ничего не помрем. Шашлык все есть. Так, наши друзья уже всю трассу посмотрели. Альтабзей, салям по машине нашим подписчикам. Все, посмотрел трассу? Готов к битве? Надо всех посмотреть, кто там еще знакомый есть. Ох, сколько народ-то, а, прям. Одни знакомые лица, кругом одни блогеры. Салям, салям. Ты трассу смотреть ходил, что ли? Трассу ходить смотрел? Снимаю. Прошелся. Народ, да, вообще пипец. Мне, смотри, даже проехать меня как забаррикадировали, я уже не проеду. Я успел заехать. Не знаешь, кто приехал? Откуда? Видишь, я никуда выехать не могу. Я, ты же уже должен уметь. Я просто знаю, что вытащат. Да. А как вытащат, еще неизвестно. Разорвете же вы мне машину напополам, я вас знаю. О, все-таки решились? Да, решили мы. Банда Знакаевская. Наверстать вчерашнее. С Юго-Востока, Татарстана, привет. Ты снимаешь, нет еще? Конечно, все снимаю. Блин, эвакуацию прозевал. Пока искал парковку для авто. Зеленый. Подготовленный неварь тут. Хорошенько встрял. Думал, успею. Но не успеваю. Пока трасса пустая, маленько пробегусь, чтобы примерно представлять, что из себя представляет эта трасса. Блин, сегодня, похоже, не замерзну. На джип-вечеринках никогда невозможно замерзнуть, потому что здесь много бегать приходится, чтобы успеть за самым интересным. Давай.
Здравствуйте. Здорово. Сюда. Стандарт на него всех толкает, что ли, я не пойму. Это что, у подготовленных них? Все, и та застряла. Теперь тут толкать. Мы с Русланом прибежали, блядь. Сразу все. Сразу выехал. Испугались, нахуй, хуёво толкали, блядь, без нас. Я дождусь сегодня на порог. Потому что там еще есть сейчас какой-нибудь. Он сейчас застрял. Спокойно едь, блядь. Спокойно едь. Полный привод он. О, это блокировки все, блядь. Хорошо где-то, где-то плохо. Он из-за этого зарывается быстро. Вот же спокойно, видишь, проехал же. Вечно, он же вечно же бум, залетает. Потихоньку, не торопись. Красивые кадры делают. Да. И вот идет же нормально. Ты должен был сказать, Нива едет. Вопрос. Газу дает, он залетает. Да, да, и он. Все же четыре, все же блокировки у него там. Болтаночка тут знатная. Мне, наверное, лучше отойти. Ой-ой-ой. Но вылез. Критично было. Как здесь бывает. Бамс. Какой-то коварненький поворотик там получается. Yeah.
Какой-то очень громкий Неварь вышел на старт. Его еще не видно, но уже слышно. Херач на все бабки. Поможет ли ему? Туда же, блядь, туда же не 1000 мух, а 3000 мух сразу зажужжало. Даже громче, чем на ралли запорожцев. Опять же его не видно, но очень хорошо слышно. Комментаторская будка. Комментаторская будка. Всем привет передают. С прессовкой на кузов. Догоняешь?